всех мира мы встречаем, хлебом солью угощаем. Нашу радость вы примите, каждого благословите. Так встретили зареченские прихожане митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима. Он прибыл в наш город, чтобы отслужить божественную литургию в храме пророка Иоанна Предтечи. Радуйтесь и веселитесь, я вам сдал ваше много на небесе. Крещение или Богоявление – одно из главных торжеств православного календаря. За ним следует 8 дней по празднества. Первый из них посвящен Иоанну Предтече, который и крестил Христа в водах реки Иордан. Праздник Богоявления очень много значит для верующих. Для них это торжество духовного обновления и очищения от грехов. Я чувствую прибавление сил, радость, любовь и все самое лучшее. Надежда, радость. Радостный настрой подчеркивали убранство храма и облачение священнослужителей. На крещение они надевают белые ризы, которые символизируют божественный нетварный свет. Собравшиеся в храме возносили молитвы о здоровье и благополучии, мире, добре и благоденствии. После окончания божественной литургии митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим осветил на купольный крест и купол для храма пророка Иоанна Предтечи. Они будут установлены в ближайшее время. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный».